контрольный заход с другой стороны. Потому что мне просто, понимаешь, сама идея нравится, но она какая-то стерилизованная, бесполезная, беспонтовая. Ну, как-то так. Но не удалось. Только потом отдай кому-нибудь, просто не купили. Разрешите пройти. Они поддерживаются своей активной точки зрения, либо эти же. Богатые жулики. Мы там вот не уходим. Такие же не существуют. Я понимаю, что все это... Марин, просто человек выпадает он из этого, из какого бы то ни было контекста. Да. Это точно.